Сама фигура у Брайана за госсекретаря – это тяжеловесная фигура, и визит такого рода он во многом символичен. То есть, вне зависимости от повестки, сам визит такого уровня говорит о заинтересованности Соединенных Штатов в одном или в другом регионе. Сейчас особое внимание в Госдепартаменте уделяется Армении, особое внимание внутри Госдепартамента, но не на национальном уровне, не на уровне Белого дома. Потому что Белый дом сейчас занят повесткой избирательной раз, повесткой европейской два, повесткой азиатской три. Но Госдепартамент не упускает из вида Кавказский регион, и Белый дом по-прежнему играет на противоречиях внутри Кавказского региона, о чем, конечно же, не следует забывать. И визит О'Брайена, он в первую очередь, конечно же, направлен на демонстрацию, во-первых, внимание к региону. Во-вторых, он направлен на поддержку тех сил, которые выступают за, ну скажем так, западный вектор ориентации Армении в настоящий момент, когда, очевидно, наблюдается определенная нестабильность в определении интересов Армении. Или это все-таки интересы, которые направлены на интеграцию, процесс на интеграцию политики в Кавказском регионе, либо же это ориентация на европейские институты и на западные институты. И вот такой визит, он говорит, ну, скажем так, о заинтересованности Соединенных Штатов, чтобы сейчас в внешнеполитическом курсе Армении все-таки приоритетом стали западные векторы. Точнее, конечно, нужно смотреть на ту повестку, с которой приехал заместитель госсекретаря. Но еще раз повторимся, что детально какие-то вопросы, технические вопросы, все можно обсудить через посольство или в режиме телефонных переговоров. Сам по себе визит, он символичен. И он в первую очередь говорит о внимании Госдепа к стране. Он говорит, он демонстрирует, что Госдеп не забывает о армянском векторе Министерства иностранных дел Соединенных Штатов и о том, что американские интересы по-прежнему, ну, не просто живы. Эти интересы Госдеп планирует развивать, поддерживать. Ну а дальше после выборов будет понятно, сможет ли уже, например, эти интересы Госдепа, могут ли они быть поддержаны какими-то экономическими проектами, которые, скорее всего, сейчас могут быть обозначены О'Брайеном как перспективные проекты сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами. Но это сейчас будет все звучать на уровне декларации, потому что никто не знает, как развернутся выборы в ноябре в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты заинтересованы в развитии западного вектора внешней политики Армении.